Осень в раздолье – прекрасное время для прогулок. И не только. Команда парка приготовила для гостей разные активности. Работают все спортивные и развлекательные площадки. Семейный клуб на Тольцово устроил для взрослых и детей настоящий праздник. Когда ты идешь вперед, очень важно объединить усилия. И я очень рада, что так получилось, что и театр Натальи Бондаревой, и площадка на Тольцово, и вообще много-много творческих людей, сегодня и мастера приехали тоже к нам в гости. Мы решили объединить свои усилия и сделать такой сегодня праздник осени. Главная героиня праздника, матушка Осень, предстала во всей своей красе. Все хотели сфотографироваться с огненной красавицей и, конечно, незамедлительно выложить в Инстаграм. Это мое самое любимое время, когда все ленты Инстаграма наполнены яркими красками и везде поставлены хэштеги. Хэштег «Осень». Игры, викторины, конкурсы и даже фокусы. Гости смогли попробовать свои силы и в этом непростом жанре. Заставить вращаться легкую тарелочку оказалось не так-то просто. В общем, если вы хотите избавиться от стресса, просто приезжайте в парк Раздолье, приходите в домик номер 8, вас тут всему научат, это точно. Пара минут под четким руководством профессионалов, и даже мне удалось укротить непослушную тарелку. Что уж говорить о ребятах, с этим заданием они справились на отлично. Праздник очень красивый, и сегодня солнечный день, чтобы погулять всей компанией, всей семьей, с друзьями. И ну, я считаю, что здесь очень здорово. Мне очень нравится праздник, очень красивые герои, интересные мастер-классы, в принципе, очень хорошая ярмарка. И, в принципе, сегодня вся природа способствует повышению нашему настроению. Расписные пряники, авторские игрушки, увлекательные мастер-классы. Дети с удовольствием слушали наставников и погружались в мир творчества. В семейном клубе на Тольцово проходят не только яркие праздники, но и вертепные сказки и спектакли. Следите за афишами и открывайте для себя увлекательный мир театра. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».